Сторонники перемен в Беларуси не отступают от своих требований. В воскресенье в Минске состоялась очередная массовая демонстрация. Как отмечают наблюдатели, одна из самых многочисленных с начала протестов. Для разгона манифестации силовики применили светошумовые гранаты и резиновые пули. Протестные акции под общим названием «Народный ультиматум» прошли в ряде городов страны. По данным МВД, задержаны свыше 500 человек. В понедельник истек срок ультиматума, выдвинутого президенту Александру Лукашенко экс-кандидатом на пост главы государства Светланой Тихановской. Она призывает сограждан начать общенациональную забастовку. Оппозиция требует отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и прекращения полицейского насилия. Поступают сообщения о начавшихся акциях протеста рабочих на предприятиях по всей стране, в том числе на крупных заводах и в университетах. Сотни белорусских компаний объявили понедельник выходным днем или закрылись по техническим причинам. Белорусские власти, в частности Министерство промышленности, эту информацию опровергают. У проходных заводов дежурят сотрудники правоохранительных органов. Несмотря на массовые протесты и давление со стороны ЕС и западных стран, Александр Лукашенко отказывается вести диалог и идти на уступки.